Сиасток. Я приветствую вас. Akik itt vannak a teremben, ők mind visionári tagok? Те, кто находится в зале, если вы уже партнеры визионари, поставьте плюсики. Mivel kezdjük a dolgot? Hát fussunk végig először a webkonfin, és utána elmondjuk az aktuális helyzetét a Wangram-nek. Mondjad nekik nyugodtan. Так, пару слов тогда о новых продуктах Visionary. Jó. Это a Visionary, mivel mindannyian ismerik, nagyjából tudják, hogy miről van szó. Картинку, это офис компании в Дубае. Каприкоина очень хорошо работает сегодня и дает приличное количество монет. И в то же время, кроме каприкоина, есть другая монета, еще Wangram Coin, о которой мы сегодня более подробно поговорим. Менинг то вам. Менинг то вам. Каприкоин ты знаешь mindenki. Я думаю, что каприкоин всем знаком. Многие верили в эту валюту, которые вошли еще два года тому назад, когда цена была ее 10 центов, то сегодня эти люди просто довольны, потому что сегодня цена 1,3 доллара. Три года уже каприкоин находится на биржах. A teljes blockchain-je most megújításra kerül, 3-4 éve dolgoznak rajta, és várhatóan szeptemberre elkészül. Szeptemberre закончится полностью обновление Каприкоина, нового блокчейна Каприкоина. И я думаю, что Каприкоин тогда начнет действительно расти, набирать серьезные цены. Olyan új blockchain-t kap, annyira fel lesz turbózva, hogy a legmodernebb, legújabb coinokkal simán fölveszi a versenyt. И такой будет блокчейн у Каприкоина, что с любой другой криптовалютой спокойно может будет соревноваться, потому что она будет гораздо лучше. Erről hamarosan, hogyha a végéhez érnek a fejlesztésnek, akkor hivatalos közlemény is ki fog menni. Скоро, когда закончит уже программирование, то официально вы получите официальную информацию каждую свой бэк-офис. Ну, а Wangram-be meg mindjárt részletesebben belemegyünk. Перед тем, как я перейду на Wangram Coin, я хочу еще пару слов сказать, что каждый человек, который сегодня приобретает пакет, где мы покупаем слоты каприкоинов, буквально через месяц-полтора он не только окупает свою инвестицию, но еще и заработает. Даже если мы будем брать среднюю цену 1 доллар. Потому что каждый пакет приблизительно столько дает каприкоинов, чтобы вернулась цена, и еще вы на этом заработали. Не делая, в принципе, ничего. Поэтому выгодно любому человеку сюда заходить. Вы можете это посмотреть на бирже Litecoin и за секунду можете продать каприкоины в доллары или поменять их на биткоины. А теперь давайте пару слов о Wangram Coin. Jó, akkor beszélünk a Wangram Coin. Ugorjunk tovább, mert ott lesz róla. Nézzük tovább. Jó, ez itt még mind a kettőre, hogy készülnek az applikációk. И на Wangram Coin, и на Capricoin еще сейчас дорабатывается приложение мобильное, которое, я думаю, что многим людям очень помогло. А, addig, amíg tőzsdére nem megy, ez szeptemberbe fog megtörténni. Milyen szeptemberbe? Szeptemberbe megy tőzsdére a Wangram. В сентябре месяце Wangram Coin появится на биржах уже. Тёждире менетел előtt kizárólag a Visionary-n keresztül lehet hozzájutni, csomagokon keresztül. До выхода на биржу только в компании Visionary можно приобрести Wangram Coin. Kezdetben minden egyes Wangram Coin mögött 1 gram fizikai arany. Чем ценная эта криптовалюта, тем, что эта криптовалюта подкреплена 1 граммом чистого золота. То есть каждая монета – это 1 грамм чистого золота. То есть цена этой монеты
никогда не будет ниже 1 грамма чистого золота. Ősszel, amikor indulnak a tranzakciók, akkor minden tranzakciós díj 70%-ából további aranyat vásárolnak, és teszik be a coin. Сентябре месяце, когда она выйдет на биржу, начнутся транзакции с этой монетой. И 70% от всех транзакций это идет на покупку дальнейшего золота и для дальнейшего выпуска Wangram Coin-ов. Tehát csak az induláskor 1 gram, ez később folyamatosan nőni fog, lesz 1,1-1,2, idővel lesz 2 gram, 5 gram. 1 gram чистого золота, но в дальнейшем она будет расти, то есть будет 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, 2 доллара будет стоить, то есть не 2 доллара, 2 грамма будет в одной монете или больше. Jó, ami fontos még, hogy ezeket a folyamatokat a PricewaterhouseCoopers auditálja. Очень важно, что аудит этих монет происходит через самую крупнейшую в мире аудиторскую компанию. Это PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers называется эта компания, это вы можете в любой момент посмотреть, сейчас я найду ее, секунду. Кичитова абсолютно. Нем, ez most csak megemlítettem. Lépjünk vissza. Okay. Jó? Tehát, ami fontos, igen, innen léphetsz egyet. Очень важно, что касается этих монет. Aki követi a kriptohíreket, a héten az IBM azzal került be a hírekbe, hogy azt állították magukról, hogy megalkották az első Sharia kompatibilis kriptovalutát. Közben за már рег известиями в интернете, что касается криптовалютного рынка, то IBM объявил, что они создали первую монету, которая хоть и является Sharia compatibilis криптовалюта. Ahogy ott van fönt is írva, Sharia compliant. Первая Sharia compliant, то есть первая монета, которая позволяет даже исламскому миру пользоваться этой монетой. Tehát, aki egy kicsit is követi az eseményeket, az tudja, hogy elsők biztos nem lehetnek, legfeljebb másodikak, mert a miénk jóval hamarabb be volt. Так, IBM объявила это официально, что они первые. Это уже они сделали большую ошибку, потому что первая монета, это уже Wangram Coin, который уже весь арабский мир знает. A másik, ami fontos, hogy sokan próbálkoznak most aranyfedezetű kriptovalutát is. Многие хотят сейчас создать подобные монеты, которые подкреплены золотом. Алло, Влади. Igen, tartok előadás, mondjam. Jánál tartasz? Igen. Jánál most tartasz? Igen. Ja, jó, majd később beszélünk. Igen, mondjad? Annyi, hogy próbálkoznak most aranyfedezetű kriptovalutával sokan, viszont mindegyik mögött papír, ETF aranyfedezet van, valós aranytömbök csak náluk. Значит, те монеты, которые говорят, что за ними есть золото, да, то там только золотые сертификаты. А у нас в Wangram Coin действительно уже слитки золотые лежат за каждой монетой, которая была выпущена. Fontos, hogy ez az aranyfedezet, ez nem lesz egyenértékű az értékével a tőzsdén, az mindig jóval magasabb lesz. Ez egy alsó menekülő árat ad, ami alá biztos nem tud esni az árfolyam. És ezt még egyszer szeretném vám napomni, чтобы вы знали, что ниже цены золота никогда эта монета не может опуститься. То есть беспроигрышный бизнес. Тот, кто приобретает эти монеты для тех, естественно. Összesen 12.400.786. Всего будет выпущено 12.400.786 монет. Кевешев лес белюля минта. Намного меньше будет, чем биткоина, потому что биткоина, вы знаете, что там 20 тысяч.
Видим 20 миллионов. Сейчас идем дальше чуть-чуть. Посмотрим. Jó, itt még csak 125 cikket írtunk, azóta több mint 500 cikk jelent meg nagyon komoly lapokban, mint például a Forbes. Статьи появились уже именно об этой криптовалюте. Jó, tehát rengeteg cikk van. Ez itt egy dubai ingatlanos cégről szól, ahol már most... Одна из самых крупнейших компаний по недвижимости в Дубае. Ez az egyik legnagyobb ingatlan forgalmazó cég. Ők most azzal kerültek be a hírekbe nemrég, hogy a világ legnagyobb Rolls-Royce flottáját létrehozták. Недавно они появились статья о них, что они создали самую большую флотилию по Rolls-Royce-ам машинам. Mert hogy ők az ügyfeleiknek nem csak ingatlant árulnak, hanem életérzést. Mit árulnak? Életérzést, ezért Rolls-Royce-al szállítják. Не только продают недвижимость, а когда кто-то у них приобретает, допустим, недвижимость какую-то, они им дарят автомобили Rolls-Royce еще, чтобы люди понимали, что они продают не только недвижимость, а продают просто чувства. Ez a cég hivatalos közleményt adott ki, hogyha náluk one grammel fizetsz, 5% kedvezményt. Они официально объявили, это есть в этой статье, это можно проверить, что если кто-то у них будет покупать недвижимость за 1 грамм коины, они получат 5% скидку. Úgyhogy a coin majd csak szeptemberben megy ki a tőzsdére, только в сентябре появится на бирже. Jó, lépjünk tovább. Itt egy neves díjátadón kapta meg ezt a Best Islamic Retail Banking Awardot, tehát lakossági, legjobb lakossági iszlám. One gram coin и основатель этой монеты получил банковский приз исламских банков, что это самая лучшая исламская криптовалюта. Jó, mehetünk tovább. A Forbes-ban jó néhány cikk megjelent róla, legutóbb beválasztották a top 20 fintech startup közé a OneGram-et. Если вы слышали уже о журнале Forbes, это самое популярное, популярный журнал, который, в принципе, рассказывает о финансовой жизни во всем мире, и OneGram Coin попал в топ 20 первых криптовалют по мнению Forbes'а. Jó, menjünk. Itt ugye mi nem direktbe csak a coint értékesítjük, hanem a mögötte álló három cégben részvénytokeneket is kapnak. Za monetai One Gram Coin stoyat tri krupnejshie kompanii. Первая компания сама называется OneGram, вторая компания называется GoldGuard и третья компания называется YallaPay. И тем, что мы предлагаем вам сегодня приобрести OneGram коины, мы параллельно вам даем акции этих трех компаний, которые будут иметь большую ценность. Ну, майнинг. Ugye most van egy olyan promóció, itt már a promós számok vannak, hogy a, például a kis csomagban nem egy coint kap és egy-egy részvényt valaki, hanem kettőt, és a többibe is most dupla mennyiséget. Сегодня объявлен очень серьезный промоушен, и вместо того, что вы получаете, допустим, 1-1-1, здесь видите, 388 евро стоит пакет, здесь вы получаете мини гармот. Nem, kettő, ott van a képen, hogy kettőt kapsz. Вы здесь получаете две вместо одного. В пакете 2888 16 a közepesbe, és 25 helyett 50. В пакете 8880 вместо 20. 25 helyett 50 van a nagyba. То есть, что вы получаете здесь? В самом маленьком пакете вы получаете две монеты, OneGram Coin, получаете
две акции. Ми ez a Stored Gold? Az az, hogy arany, az a 2 gram arany van mögötte tárolva Dubajba. Tehát minden egyes coin mögött van 1 gram, a kettő mögött. И получаете две акции всех трех компаний. То, что я вам называл. Это One Gram. Еще раз вернусь туда, потому что я еще сам не помню. Gold Guard и Yellow Pay. То есть вы получаете сразу по две акции в этом пакете этих компаний. Jó, most a héten egy új csomag is belett rakva a kínaiak kérésére a kicsi és a közepes között, mert ott nagy volt a különbség, egy 888 euró. На этой неделе появится новый пакет, потому что слишком большая разница была 388 и 2808, будет пакет 1000 долларов. Азер доллар? Нам 888 долларов стоит пакет. Jó, ez a webirodában már megtalálható. A back office это уже видно. Jó, alapból ismerjük ugye a hálózatépítői csomagokat. Ezt a vizionári все знают, это пакеты, где вы окупаете майнинг слоты и майните каприкоины. Viszont most ezekkel a OneGram csomagokkal is ki lehet azt váltani, tehát bármilyen OneGram csomagot vesz valaki az újak közül, ő automatikusan a Visionary bináris rendszerébe bekerül egy kis Visionary csomagba. И если смотреть маркетинг план компании, то не имеет значения, что покупаете вы пакет с каприкоином или пакет с OneGram коином, вы также попадаете и также получаете баллы, структуру и зарабатываете на бинаре, если вы дальше предлагаете, допустим, или OneGram Coin, или Capricoin. Ugye, aki hálózatot épített, az arany szintől tudott matchingre minősülni. Ez most majd az aranynál nagyobb, ugye volt a Platina Visionary, itt is a OneGramből a közepes és a nagy csomaggal lehetett minősülni, és most már a 888-assal is lehet arany helyett minősülni. Сейчас облегчили маркетинг план, что вы уже вот с тем пакетом, который будет стоить 888 евро, можете достичь очень легко самого высокого уровня получения matching бонуса. Ну, лепим тувам. Мейк тувам. Na még egy kicsit. És itt vége van? Akkor ugorjunk vissza arra a máltai képre, amit az elején mutattál nekik. Oké, és itt a kartinku, na a fotográfiu. Eta a fotográfiu bola zdjelana v Malte. Múlt héten végig Máltán tárgyaltak az Ibrahimék, meg az IT csapat vezetői. Ибрахим, основатель, второй человек, видите, слева, это основатель OneGram Coin. И первый, это руководитель IT-команды всей компании, были на Малте и там вели переговоры. Jó, akikkel tárgyaltak a máltai elnökasszony, a miniszterelnök, a fejlesztési miniszter és a tőzsde. Они вели переговоры с министром и главой правительства Малты и, естественно, генеральным директором самой крупной биржи Малты. Если кто-то зайдет сегодня в бэк-офис Визионарии, об этом есть очень серьезная статья, о чем была речь. Múlt héten végig Máltán tárgyaltak az Ibrahimék, meg az IT csapat vezetői. И буквально в течение там пару недель вы прочитаете, будете иметь возможность прочитать полностью конкретно, о чем была речь и какой заключили договор с правительством Малты. Мальтаи элнёкассонь. A miniszterelnök, a fejlesztési miniszter és a tőzsde elnöke.
Очень важно знать, что этот One Gram Coin, он выйдет на несколько бирж. Сначала собственная биржа One Gram Coin выйдет, и потом выйдет она, постепенно будет выходить на другие биржи. Azt írták ott le, hogy если кто-то следит за известиями криптовалютного мира, то все компании, особенно те, которые развивают блокчейн, хотят почему-то попасть в Малту. Полностью есть законы по криптовалютам, и там самое безопасно и самое лучшее начинать продвигать любые криптовалюты. Сейчас конкретно я не могу вам сказать точно, что в Малте будет ли эта биржа запущена One Gram Coin или на другой бирже. Это где-то через две недели вы узнаете об этом. Но совсем скоро, в сентябре месяце, вы будете видеть на бирже эту монету. Máltán nem csak tervezgetik, hogy majd meghoznak különböző törvényeket, meg szabályozást a kriptovilágra, hanem már meg is történik, hogy már néhány törvényeket és abszolút kriptovilágra a kormány. Уже кроме той идеи, которую я вам сейчас расскажу, есть еще супер промоушен, о котором, конечно, мы еще не разговаривали. Nem csak arról tárgyaltak, hogy máltai fennhatóság alatt fog futni a mi tőzsdénk, hanem egyéb tárgyalás is folyt, de erről tényleg csak egy-két hét múlva fogunk tudni pontosat. Есть люди, которые говорят, я не хочу строить сеть, я хочу поэтому вам сказать пару слов, почему выгодно человеку просто приобрести эти One Gram Coin. Какая для него будет эта выгода, даже если он никому не будет дальше предлагать. Levezetek két elméletet, hogy miért éri meg akár... Если вы посмотрим историю Visionary, Visionary 4 года была открыта компания. A One Gram Coin-nal, a másik miért éri meg most értékesíteni, mert van még egy extra promóció, ami szintén bent van. И 3 года уже на бирже находится монета, которую разработала Visionary на биржах. Я в 2014 году, в конце года, покупал пакет Visionary. Jó. Első körben nézzük azt, hogy a vásárló szemszögéből miért érjen. De еще не было блокчейна готового, еще не было на бирже Capricoin. Bármelyik One Gram csomagból, miért vagyok biztos abban, hogy nem fog rosszul járni, tehát nem lesz az, hogy kevesebbet fog érni egy idő után a pénze, mint amit berakott. В принципе, One Gram сейчас находится в той же стадии, как когда-то находился Capricoin. Ha visszaugrunk egy kicsit, те люди, которые приобрели Capricoin 3 года тому назад, перед самым выходом на биржу, они где-то в 50 раз увеличили свои инвестиции, не делая ничего. Én még 2014 végén 5 центов стоила монета 3 года тому назад, когда мы приобретали Capricoin, естественно, из майнинга. Сегодня посмотрите, доллар 25 центов стоит эта монета на бирже. A One Gram az most hasonló stádiumban van, tehát egy előértékesítési fázisról beszélünk, még tőzsdei bevezetés előtt. Я думаю, что в One Gram Coin будет что-то, нечто подобное, может быть даже гораздо лучше. И я просто уверен, что пройдет, может быть, год, два, и монета будет стоить несколько сот раз дороже, чем она стоит сегодня. Естественно, никто не может пообещать, что при выходе на биржу она сразу в 100 раз прыгнет в цене, это никто не может сказать. Но не исключено и такая возможность. На одном я абсолютно уверен, что One Gram Coin в течение, может быть, полгода, может быть, года будет в тысячу раз дороже, чем он будет стоить сегодня. Естественно, цена будет зависеть от того, чем больше людей, стран будут пользоваться этой криптовалютой, кроме, естественно, мусульманского мира, то есть арабских стран. Поэтому вели переговоры в Малте. Кроме этого, вели переговоры в других странах, которые также хотят основу поставить
OneGram Coin как платежную систему. Как платежную монету. Viszont egy biztos, hogy idővel цена, увидите, что будет всегда дороже даже, чем цена золота. И где-то эта монета, она будет помогать и бирже, которая занимается золотом, чтобы цена на золото также начала расти, потому что последние 5 лет, если вы посмотрите цену золота, там золото все падает и падает, и не стоит на одном месте. И не только мальтаи кормянял тарьялток, но и egyéb országoknak a vezetőivel is. И так как вы уже слышали об этом, что с каждой транзакции 70% будут идти на покупку дальнейшего золота, и я уверен, что пройдет, может быть, полгода, год, и не один грамм золота будет за одной монетой, а может быть, полтора, два, три грамма золота за одной монетой. Это что цена монеты будет просто невероятными темпами расти. Ценность этой монеты будет, можно сказать, вечная. То есть мы абсолютно уверены, что эта монета будет гораздо больше стоить, чем даже цена сегодня чистого золота. Она как себя будет поднимать, так будет поднимать и золото. И те люди, которые приобретают эту монету, они будут очень довольны, потому что в руках будут иметь ценность, а не просто воздух. Они даже могут заказать от компании физические монеты, физическое золото. Aztán mondjuk, hogy egyes emberek tudnak majd rendelni ilyen 100 grammos érméket a cégtől, vagy nem lehet. Ezt értem. Innentől kezdve teljesen biztos, hogy többet fog érni, mint amennyire vettük. Az egyetlen kérdés az az, hogy már rögtön a tőzsdére menetelkor a többszörösét fog érni, vagy ehhez idő kell, hogy oda jusson. В общем, то, что я вам напоминал, что можно будет от компании заказать даже, если у вас уже будет столько денег, 100 грамм или 100 монет, или 100 грамм чистого золота, один слиток, то есть в одной монете компания присылает по заказу. И кроме этого, то, что мы рассказывали, что сегодня мы предлагаем распространение монеты OneGram Coin, мы еще ни слова не говорили о распространении акций этих трех компаний, основателей, от которых зависит, в принципе, эта монета. То есть в одной монете компания присылает по заказу. И кроме этого, то, что мы рассказывали, что сегодня мы предлагаем распространение монеты OneGram Coin, мы еще ни слова не говорили о распространении акций этих компаний, основателей, от которых зависит, в принципе, эта монета. Вы все партнеры-визионары и знаете, что сегодня те, которые имеют пакеты с Capricorn, они майнинг-слоты могут покупать, продавать и так далее. В сентябре это чуть-чуть изменится, и на этой внутренней бирже мы можем торговать акциями этой компании. Компания выдает так называемые акции, токены акций этих компаний, потому что в настоящую биржу эти компании могут выйти только после трехлетнего закрытия баланса, когда они оборот покажут первого года, второго года, третьего года, тогда только им позволят выйти на биржу. Поэтому она вначале будет раздавать вместо акций, так называемые токены акций этих компаний. Вы видите, Gold War, Yellow Pay, Ideal Gold и OneGram. Сейчас пар слов расскажет об этих компаниях.
акции этих компаний, они могут появиться на бирже только через 3-4 года, не раньше. Значит, вы тогда бы смогли бы торговать этими акциями только через 3-4 года. Но компания сделала именно этими токенами, что вы уже прямо с сентября месяца можете начинать торговать этими токенами на внутренней бирже, и на этом можно также зарабатывать деньги, не отходя от компании Visionary, не делая ничего, только покупая и продавая именно эти токены этих акций. Komoly pénzeket lehet csinálni a belső platformon azból, ami a csomagban van. Capricoin, CapriPay, знаете, что это такое? Знаете уже, что такое OneGraph? Visionary сейчас появится скоро еще один портал, который будет называться Visionary Travel. Намного дешевле будет, чем заказывать билеты на самолет на Booking.com или гостиницы именно через этот, через платформу Visionary Travel. A Visionary-nek most jönnek olyan új újításai, mint például a Visionary Travel, egy utazási portál. Значит, в Германии уже сейчас тестируют, уже началась, в принципе, так называемый Visionary Leasing. Где машины на 60%, за 60% стоимости ее цены, на 40% дешевле можно приобретать автомобиль или брать в лизинг. Если в Германии это все будет работать нормально, тогда уже пойдет по всем странам. Az autókluktól az engedés a német kormánytól is. Piaci ár 60%-án fognak autót. Если вы видите на картинке 1895 дарек. Это германский онлайн-банк, и полностью сейчас он будет объединен с системой Visionary, счета и так далее. A németeknél már bevált, és пар это настоящий евро счет будет, как и физически, так и юридические лица смогут открывать счета. Az egy német online bank. Партнеры между собой совершенно бесплатно могут переводить деньги. Ez nem sokára össze lesz fésülve a Visionary rendszerével. Minden Visionary tagnak lesz automatikusan saját rendes IBAN számos bankszámlája, eurós bankszámlája. A valuta, то в этом банке, если ничего не делает, просто он ставит туда деньги на свой счет. И говорит, что я год не буду прикасаться к своим деньгам, этот банк дает ему 3% годовых, которые, в принципе, сегодня уже очень мало банков в мире, которые дают такие проценты. Ez egy rendes eurós számla. Это будет уже полностью в ваших руках. Магансемейек és цегек is нюхатнак számлат. A bank ügyfelei egymás köz bármikor ingyen és azonnal tudnak utalni. Вы будете последние два месяца вы будете постоянно видеть в интернете информацию, известия, рекламы о OneGramCoin, в YouTube будете видеть. Каждый видеоролик, который будете смотреть, будет вам выскакивать именно OneGram, то есть очень сильный маркетинг будет проводить компания этой, по этой монете. Для того, чтобы когда они появятся на бирже, чтобы цена не падала, как обычно, когда выходят на биржу монеты, цена падает, чтобы цена с этого момента начала расти. Так, ez hamarosan élő lesz, szintén. Ezek várhatóan mind szeptemberre ezek várhatóan mindbe lesznek jelentve. Помните, я вам говорил, что почему выгодно купить человеку просто пакет, для чего ему этот пакет нужен? Előtte levő néhány hétben folyamatosan a kriptovilágnak a marketinget fogják tolni, tehát híreket fognak bedobni róla. Потому что кроме пакета он получит еще и акции, получит монеты, получит, тем более, что сейчас промоушены получают в два раза больше, чем при нормальной форме. И в то же время нам, партнерам, это очень выгодно, потому что вы знаете, что здесь прекрасный компенсационный план, а план компенсационный не изменился. Поэтому бинар
ezzel lehet azt mondani, hogy amikor kiviszik a tőzsdére, akkor nehogy bezuhanjon az árfolyam, hanem még nem is fog, hiszen a valós kriptovilágból sok érdeklődő lesz. Знаете, что прямые продажи 10% плюс идет бинарный бонус. Az előbb nem említettünk meg, ugye csak arról beszéltünk, hogy ha valaki vesz egy csomagot, neki miért fogja megérni. Но самое интересное, что если вы продаете, допустим, какой-либо пакет, то спонсор, вы как спонсор, получаете 50% всего того, что получает тот человек, который приобретает пакет. Если он купил самый дорогой пакет, где 50 дается монет, вы, как спонсор, получите в подарок 25 монет. И не только 25 монет получите, а акции также 50% тех акций, которые получает он. Ugye ismerjük a marketing tervet, tudjuk, hogy minden visionary csomag és minden Wangram csomag után 10% direkt jutalék, plusz bináris jutalék is jár. Ezen felül, tehát ezt továbbra is megtudjuk, ezen felül minden egyes csomag után a szponzor csomagtartalmának a felét megkapja. Могут быстро заработать очень серьезные деньги в самом начале проекта. Но для того, чтобы получать 50% от каждого лично приглашенного партнеру, надо им обладать хотя бы самым маленьким пакетом Wangram Coin. Элмонтат, может, хоть... Elmondtad most, hogy ha paket a Wangram Coin, только визионари пакет, то есть Capricoin a пакет, да? Ezzel то вы после продажи, если кто-то, допустим, ваших знакомых, ваши рекомендации, все, решил купить пакет Wangram Coin, тогда у вас есть 15 дней для того, чтобы вы приобрели хотя бы самый маленький пакет Wangram Coin, для того, чтобы вам насчитали 50% от покупки вашего реферала. Ahhoz, hogy az eladott csomag felét megkapja a szponzor, ahhoz neki is rendelkeznie kell minimum egy kis csomaggal. И я вам хочу сказать, что вы свой пакет легко можете купить через AdvoCash, своих комиссионных, которые вы получите, допустим, от прямых продаж вашего человека, допустим, он купил пакет, допустим, за 2800, допустим, округляют 3000, вы получили 300 евро, а самый маленький пакет стоит, на него лаки шепчумов, 388 евро, то, в принципе, почти из прямых продаж вы можете сразу приобрести себе такой пакет, и тогда получите еще 50% того, что получает ваш реферал. Включена система AdvoCash, как и выплаты, так и вы можете покупать пакеты. Akár az értékesített közepes vagy nagy csomagnak a direkt jutalékából is meg tudja venni, mondjuk az AdvoCash-en keresztül a saját csomagját. Но самое интересное, знаете что? Что с этого момента, как вы будете выводить на AdvoCash, комиссионные выводы денег с визионарий ровно ноль. То есть компания не берет никакие комиссионные за вывод ваших денег, заработанных денег. 388. Еще пару слов еще хочу вам сказать о компании GoldGuard, которая находится в правом нижнем углу. Эта компания имеет первую задачу постоянно покупать золото за выпускаемые новые монеты. Это ZFCash, ugye, benn van most már Visionary rendszerébe. GoldGuard, кроме этого, у них большие банки, где они хранят золото. И, естественно, будут торговать этим золотом. И
постоянно подкреплять Ванграм коины. Вот, сможет давать еще вам очень интересную, особенно для коммерсанта, очень интересную защиту и возможность, инструмент. Вот, допустим, сегодня, если кто-то хочет продать, допустим, несколько вагонов сахара из России в Украину, то сегодня не наличными деньгами платится, а так называемые letter of credit, то есть кредитование, письмо кредитования выдается банком, если партнер надежный. То Goldwarg будет выдавать то же самое, только это будет совершенно бесплатно, а банки за это берут как минимум от 1 до 3%. Igen, elmondtam már a lényeget. A biztonságot, amit ma a bankok nyújtanak a nemzetközi kereskedelemben két fél között, azt tudja majd a Gold Guard is hamarosan nyújtani. Если кто-то, допустим, принесет коммерсанта, допустим, который занимается международным бизнесом, и он получил, допустим, от Голдварда эти письма или обещания по кредитованию, я даже не знаю, как это по-русски тоже называется, я знаю по-английски это letter of credit, то вы, если это предложили кому-то, будете получать с этого также комиссионные, и не маленькие комиссионные. Делаются на несколько миллионов долларов сразу. Пару слов о Yalapay. Это всякий чуть тебе ты смонтал, да? Йо. Йо, ты это за мит. В первую очередь это будет работать только в арабских странах. Várjál, és ami fontos a Goldgárdnál, hogy ebből jutalékunk lesz. És nem csak az első tranzakciójukból, hanem ha egy külkereskedelmi cég elkezdi ezt használni, minden egyes tranzakciójukból direkt bankomáti utalék, és van meg kriptovalút a Visionary-n belül. И они потихонечку начинают продвигаться в другие страны. Первая страна сейчас, где они уже заключили контракт, это Пакистан. Jó, a Yalapay-ről. Это Yalapay сейчас строит платформу на мобильные телефоны, похожая, как будет WeChat, которая сегодня пользуются китайцы, но она будет гораздо серьезнее. Это пакистанская компания, и Yalapay вместе создают это мобильное приложение. A jövő év során ATM-rendszert is, tehát automatákat is fognak telepíteni ott. Наверное, вы слышали, что китайцы WeChat не только используют для того, чтобы они звонили друг другу, переписывались друг другу, а с WeChat они уже могут в любом магазине рассчитываться. Van egy pakisztáni telekommunikációs cég, aminek már több mint 10 millió ügyfele van jelenleg is. Только разница будет между WeChat и Alipay системой то, что не только обыкновенными фиатными деньгами можно будет платить, а можно будет платить любой криптовалютой. Ez a cég a Yalapay-jel közösen épít most egy olyan platformot, ami a WeChat-hez fog hasonlítani, amit a kínaiak használnak. Задают, сейчас я прочитаю. Az egyik a másik, nem zavarja, csak kiegészíti. Hogyan lehet venni ilyen érméket a régi partnereknek? A kínaiak a WeChat-et már nem csak csetelésre használják, hanem azon keresztül fizetnek szinte mindenhol a telefonjukon. Значит, старые партнеры как могут купить эти монеты? Заходите в меню My Shop, выбираете пакет и спокойно покупаете эти монеты. И с адвокеша можете. Ugyanilyen rendszer fog elkészülni, azzal a különbséggel, hogy nem csak hagyományos valutákkal, hanem már kriptovalutákkal is fogják tudni. Kérdezi, hogy a régi irodába bekerül, vagy új iroda jelenik meg. Jó, ott közben látok két kérdést, azt nem értem. Te el tudod olvasni őket? Зайти в свой бэк-офис и в MyShop и купить, и тогда ваш аккаунт, он будет как бы двойной,
a Multicapri coin-i budik régi i... partnerek simán bemennek a meglévő irodába. Van gram coin. Lehet, hogy budik, hogy vidíte, hogy mint keresztül, hogy budik abaznacsenie pustói, vakrú budik рамочка такая золотая. Но вы можете также по своей реферальной ссылке приобрести еще один пакет, даже на свое имя. Тогда это будет выгоднее вам, потому что вы еще получите 10% от продаж. Так, и у вас будет еще один аккаунт. Но это от вас зависит, как вы. Ahogy szeretné. Ha ő úgy csinálja meg, hogy a saját irodájában, ha MyShop-ba veszi, akkor abba az irodába jelenik meg, ha pedig úgy csinálja meg, mintha beléptetne valakit, saját maga alá beléptetheti magát, egy új üregkozik az irodába, akkor ott mind a kapricoinit. Tehát 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 mind a kapricoinit. Или обменяете, можете на биткоины обменять, каприкоины, и биткоины можете сразу приобрести ванграм. Можете биткоином, можете адвокешем, можете банковским переводом, как угодно. Да, банк компании находится в Дубае. Каприкоинер úgy tudja venni, hogy a Capricoin-t kiküldi a tőzsdére, ott egy gombnyomással átváltja bitcoinra és bitcoinnal fizet. Я думаю, что и так мы затянули целый час, было много информации, еще можно бы на час растянуть это все, потому что вы прекрасно знаете, что еще многим людям надо объяснить, как работает маркетинг, как можно на этом еще заработать. Работает внутренняя биржа сегодня, где мы продаем майнинг-слоты, майнинг-юниты, которая буквально через месяц будет возможность продавать токены акций этих компаний и покупать. Так что, я думаю, было бы о чем поговорить, но информацию вы будете получать, мы будем раз в неделю проводить такие встречи. Приглашайте новых людей, которые интересуются. Я думаю, что у вас уже есть многих аккаунты. Вам осталось только зарабатывать деньги. Вам еще раз не обязательно покупать место или позицию в этом проекте. Потому что если у вас есть позиция, есть место, у вас есть под вами люди, поговорите с ними. Начинайте приглашать совершенно новых независимых людей, которые, может быть, никогда не слышали о визионарии. Вы опять начнете зарабатывать и очень серьезные деньги. Варя, кеда за кудьми, забыть MasterCard, да, это ваша роль. Объясняю вам, вопрос задали, за визу или MasterCard можно ли купить пакеты? Можно. Можно, но это делается следующим образом. Вам обязательно надо, чтобы у вас был адвокеш. Это 5 минут регистрации и еще может быть один день верификации. Адвокеш пополняется через любую банковскую карту. И с адвокеша вы отправляете и покупаете пакеты. Понятно, да? Влади, az elmúlt 3 поэтому я думаю, что это вариант больше. Igen, mondja. Ezt mondod, amit mondok? Igen, tudsz, hogy a последние три года в сентябре всегда были у нас большие саммиты в Нигидорме в Испании. Vagy vizával, és onnantól kezdve azzal meg be tudsz fizetni. Tehát az FK-st föl tudod tölteni kártyával. Прошлом году было 400 человек на этом мероприятии. Сейчас в сентябре не будет в Нигидорме мероприятия. Потому что в январе будет в Дубае мероприятия, куда будут приглашены более чем 1000 человек. В принципе, это будет объединено ванграм и визионари вместе. Поэтому будет грандиозно большое мероприятие. Mondhatok még valamit? Na, tehát az elmúlt 3 évben mindig Benidormban volt szeptemberben az éves nagy rendezvényünk. Естественно, будет объявлено для этого промоушен,
кто желает бесплатно туда поехать, там будет условия. На следующий конец, следующей недели будет огромнейшее мероприятие в Казахстане, где ожидается более чем 1000 человек. Ami egybe lesz kötve egy nagy eseménnyel, ami a Wangramnek egy komoly rendezvénye lesz. Tehát a Wangram lesz egy induló projekt, amit most még nem tudunk. Он забросил компанию Каяни, перешел сейчас в Визионари, и сейчас он начинает развивать Казахстан. Ну, várhatóan egy-két héten vagy egy-két hónapon belül meg lesz hirdetve a pontos időpontja a rendezvénynek, meg az, hogy hogy lehet bekvalifikálni. Ноябре будет в Южной Африке. Jövő hétvégén Kazahsztánban lesz egy 1000 fős rendezvényünk. Коротко столько, если будут какие-то вопросы, то пожалуйста, пишите. Ott most egy olyan ember indult el, a Kajani nevű termékcégnél volt, minden cégéről lemondott, csak termékfogyasztónak maradt meg, és a Visionary Berlin. Подготовьтесь и задавайте любые нам вопросы, можем даже включить вам микрофон и камеру, если вы желаете. Ну что, вопросов пока нету. Я благодарю вас за то, что вы пришли и послушали. В конце концов, в принципе, началось очень мало людей, уже собралось прилично сегодня, но это только начало. Я думаю, что чем дальше, тем больше будет людей, которые начнут интересоваться именно этой монетой, именно этой компанией и возможностью заработка в этой компании. Я считаю, что в этой компании заработок сегодня для любого нового человека это... Röviden ezt tudom, ha van még kérdés, akkor nyugodtan. Представьте себе, что кто-то покупает за 1000 евро пакет, он приблизительно за месяц наманит от 1200 до 1400 каприкоинов. Теперь смотрите цену сегодня каприкоина 1,25 доллара. Если он эти 1200, даже самую минимальную возьмет, продаст, сколько он получит с этого денег? Не 800 евро, как стоит этот пакет, а в два раза больше. Он на этом 100% заработает. Вы понимаете, почему беспроигрышный этот бизнес? Что ровно через месяц вы продаете, если хотите, свои монеты, если вам очень нужны, конечно, деньги. Что мы не советуем их продавать, потому что цена ожидается после запуска Wangram Coin на бирже, как минимум 5 долларов будет стоить один каприкоин. Вы, наверное, слышали, что каждый Wangram Coin 5% идет для поддержки каприкоина. Каприкоин запускает в сентябре новый блокчейн свой. Поэтому цена этой монеты так или иначе начнет расти. Но уже при сегодняшней цене вы как будто одолжили деньги за то, чтобы войти в бизнес, и через месяц вернули себе эти деньги обратно. Подумайте, вдумайтесь. Тем более, что вы партнер, вам не надо этого делать. Вам только предложить надо своим друзьям такую возможность. И все. Я благодарю вас за внимание. Я благодарю Эдена за информацию, Эден Кесоном Сейпанекен.